Ну и в завершение выпуска об уникальной природной достопримечательности – ледяном фонтане. Он снова начал расти в нацпарке Зюраткуль. Аналогов в России нет. Чистейшая артезианская вода, бьющая из-под земли, каждый год замерзает в причудливых формах. И сейчас высота чуда природы чуть более 3 метров, но каждый день фонтан растет и может достигать 16 метров. У льда нежный голубой оттенок, из-за этого некоторые туристы даже думают, что воду специально подкрашивают. Но это не так. Красота фонтана так поражает, что с него пишут картины и ему посвящают стихи. Фонтан появился на Зюраткуле в 1976 году. Тогда геологи пробурили здесь разведочную скважину. Полезных ископаемых не нашли, зато попали в артезианский бассейн. Из скважины хлынула струя воды. Специалисты забили заглушку, но напор фонтана был так силен, что ее просто выбило. С тех пор это место стало одной из любимых достопримечательностей уральцев. Посмотреть на уникальное ледяное чудо ежегодно приезжают даже из соседних областей. Ведь каждую зиму фонтан получается разным.